Здравствуйте, гости, друзья и коллеги. Вы на канале Автоэболит, меня зовут Николай. Сегодня я уже в зимнем, как вы заметили. И стильный такой. И вот что хочу вам показать. Не знаю, сделаю это отдельным роликом или пущу в трилогию о машине, которую я делаю, алюминиевый кузов. И сейчас появилась такая сложность, которую хотел с вами обсудить. А что это за сложность? Знаете, часто бывает так, что... Или так, не часто, да, надо сказать, иногда. А хотя у кого-то может быть это и часто. Когда внутренняя часть детали, на ней есть герметик. Да? И бывает так, что какая-то часть, при ударе какая-то часть, герметик отрывается или требуется ее оторвать, потому что она сдавлена, ну, в общем... Существуют какие-то там проблемы с герметиком, да? Нужно восстановить заводскую часть. И заводскую часть восстановить надо так, чтобы не отличалась, как она идет, заводская часть, потом вот этот кусочек, которого нет, и дальше опять заводская часть. Допустим так, да? И вот это место восстановить так, чтобы было все заодно. Вот, как бы так выразиться. Блин, пока выразишься, язык сломаешь. Вот. Как это сделать? Ну, многие люди скажут, да, какие проблемы, взял пистолет, вот, надо покупать хороший пистолет. Да, согласен, надо покупать хороший пистолет. Ну, не всегда так получается, поэтому берешь пистолет по герметику, да, кладешь герметик аккуратненько, берешь бабочку, там все, трикозу, там, или еще что-то делаешь. Но где-то рука дернулась, где-то еще что-то, и получается у тебя некрасиво, не похоже. Как же сделать так, чтобы было похоже? Вот такая ситуация у меня здесь. Я уже вам показывал ее. Такая ситуация у меня здесь. Так, сейчас я, наверное, свет включу. Вот, видите, здесь... заводской герметик, он положен как бы колбаской, приплющен, и края у него сглажены. Какие края? Я имею в виду вот эти края, они сглажены. Он лежит как бы таким полукругом лежит. Он был весь целый, вот этого кусочка не было. Этого кусочка не было. Он был надрыв такой наискось шел. Тут вообще отсутствовал. Ну и что? Наверное, резкость не будет. Сейчас попробуем. Да, сложновато все делать одной рукой. Да. Ну, попробуем сейчас. Что нужно было сделать здесь? Нужно было сделать так, чтобы он был похож на человека. Мягко говоря, грубо выражаясь. Вот. И что сделал я? Давайте так скажем. Я положил с двух сторон два скотча. Вы видели, да? Два скотча с двух сторон. И просто пальцем положил несколько скотчей. Скотч на скотч, здесь скотч на скотч, чтобы немножко приподнять его, да? Чтобы герметик немножко был приподнят толщиной, чтобы он был потолще. И пальцем аккуратно, вверх на нет, аккуратненько, положил герметик. Положил герметик джету. Сразу скажу, что эта джета была очень хороший в этом отношении герметик. Он не засыхает, в отличие от Холикса. Вот. И когда он высох через сутки, взял наждачку, взял 80-ку, балбес, и сделал себе специальный шлифок. Сейчас я вам специальный шлифок покажу, который я сделал. Посмотрите, какой великолепный шлифок получился у меня. Сейчас я попробую его вот так вам показать. Смотрите, какой шлифок. Это кусок обыкновенной фанеры. Да, обыкновенной фанеры. Так, попробуем вот здесь.
его показать вам. Кусок обыкновенной фанеры. Вот такой толщины он. Здесь я просто взял на 80-ю наждачку и вот так его сделал ровным, чтобы он был, вот тут он был ровненький, как стрела. Дальше положил вот так 80-ю наждачку. Сейчас покажу. Так, плита работает, горит плита. Так, буду ролик делать о плите, тоже вам покажу. Вот. И вот так вот аккуратненько по герметику, вот так вот этим шлифком эксклюзивным работал. Но что хочу вам сразу сказать, в чем была моя ошибка. Моя ошибка в том, что нельзя, вот что я хочу вам сказать, чтобы вы не делали такую ошибку. Ни в коем случае не работайте 80-й наждачкой. Казалось бы, хотелось бы взять 80-ю наждачку. Почему? Чтобы быстрее сошкурить. Быстрее, понимаете? Чтобы быстрее убрать вверх по... елозишь вот так вот по самой колбаске вот этой. И уменьшаешь ее толщину. Да, если, допустим, ты положил слишком большую толщину. И что делает 80-я наждачка? Она из-за того, что зерно очень крупное, начинает заворачивать, надрывает с крупным острым зерном что-то и отворачивает кусочки и уничтожает всю вашу работу, которую вы сделали. Первый раз я сделал 80-кой, понял, что косяк, сглупил. Положил еще раз герметик. И опять через сутки взял уже наждачку послабее. 120-ю, 180-ю. Потом даже 320-й. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько убрал толщину. А потом убрал и сами края. Вот здесь у нас еще получается края. Он у нас получается квадратный. А нам надо сгладить вот эти края, чтобы он был похож вот на эту часть. А именно такой плавный, чтобы был. Вот. Поэтому, если у вас не получилось сделать герметик бабочкой, стрекозой, крокодилом каким-нибудь, то не беспокойтесь, можете всегда взять такой метод, как делаю я. Я его тоже сам не придумал. Сергей Иванович сказал, что он тоже где-то это видел в интернете, кто-то показывал. Ну, я показал его еще раз. Еще раз скажу, я его лично не видал, мне рассказал Сергей Иванович о нем. Но не рассказал, что не нужно использовать не грубую наждачку. Вот это я на своем примере уже понял, что грубая наждачка тут не нужна. А именно 180-е. Я начинал, по-моему, даже со 150-й и заканчивал 320-й. Аккуратненько, все ровненько, как сделаете, будет как у Audi Q7. Итак, большое вам спасибо. Думаю, что не отнял у вас много времени. Спасибо, что подписываетесь на канал. Ни подрыва вам, ни потека, ни мухи, ни комара. Вы были на канале Автоайболит. Меня зовут Николай. Всего вам доброго. Пусть у всех все будет хорошо. Пока.